раньше машины не было. Туда сядь. Быстрее. На вертолетике очень круто. Классно. Эмоции вообще куча. Реально такая очередь. Да. Я думала, ну, может, неинтересно, не особо. Оно реально интересно. Ты падаешь, встаешь, потом резко падаешь. Адреналин присутствует нормальный. Из всех трех аттракционов этот самый классный. Ой, да. Вот вообще. Волосы растрепанные, не обращайте внимания. Сейчас пойдем еще дальше смотреть. Мы опять были на вчерашних вертолетиках, у Насти вообще голова кружится. У меня более-менее нормально, ну было прям вообще опять страшно. Что для летчиков конкретно? Мы вчера первый раз на этом аттракционе катались, и сейчас он второй раз. Да, оно понравилось нам. Очень классно вообще. Да, вот это самолеты и медузы нам больше всего понравились. Голова реально кружится, это реально проверка на вестибулярный аппарат. Ну да, одна девочка, кстати, до нас, она да. Вышла, и она вот так стояла, у нее голова кружилась. Да, очень. Она чуть не упала. Шаталась. Да. Как-то прикольно, так. Прикольно. Наня, аккуратно. Настя, готова? Я прячу телефон, боюсь. Мы просто в шоке, ребята, потому что мы думали, что уже аттракционы уехали. Сегодня понедельник. А как оказалось, что никуда они не уехали. Мы опять идем гулять. Как-то так. Может, что будет интересное, включимся. Вот, ребята, такой поток в понедельник, получается, в последний день. Нельзя верить интернету, что писали, что воскресенье – это последний день. В общем, Настя не сдержалась, говорит, очень хочу в эту игру играть. Сюда, Настя. Ты что, не знал? Да не, я знаю. Видишь, не туда. Что, процесс непонятный. 10 евро, 55 монет. Что понимать, когда их кидать? Давай. Давай я. Давай. Их надо понимать. Я другое раньше на море играла. Подожди. Надо знать, когда их кидать. Ну, не знаю. Чем бы Витя не тішилась, а бы не плакала. Очередные игрушки номер два. Давай я, Настя. Здесь? Ну, посередине, да. А желательно... О! Боже, сколько тут надо монет оставить, не знаю.
мне не монета денег. Итак, ребята, что там выпало? Сколько осталось? Монет вообще мало. Посмотрим. Немножко монет и 10 пунктов. Что на них тут можно обменять? Аж ничего. Настя опять пошла, купила за 10 евро, денег до пособия мало, а мы все проигрываем. Вчера я 30 евро, сегодня Настя. Вот, опять, просто она не упала. Еще и монеты, короче, они не падают, приходится просить. Ну, здесь кто работает. Ну, вот, смотри, вторая монета, что за бред? Ну, надо сейчас опять говорить. А смысл посередине кидать, Настя? Ну, если она не работает, я второй раз только что кинула, она не работает. Застряла. Ну, смотри, я могу кинуть. Бред. Пошла. Ну, так одна, а не остальные мои. Сейчас будем просить. Короче, не добились мы 1000. Вот. Буквально. Оставалось чуть-чуть. Я даже не кинула. Сколько мы здесь потратили, честно. Ну, вон прям вообще не было. Что получилось достать. Честно, настроение вообще никакого лучше, чем-то потратить. Я в чем-то перекажу. Директ, тем бурдаку, 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 такое, в общем. Сколько? Вот, они буквально должны падать. Короче, сейчас в поисках, что же обменять. Ничего нормального нет такого, что можно было бы взять. Очень обидно. Я еще, короче, одну вот такую фишку уронила под низ этого чертового автомата, по-другому никак не назвать. Они уже закрываются, давай быстрее. Да я вот смотрю, они закрываются. А вот это сколько для этого настольного тенниса? Сколько вот это стоит? Там есть же стол. Можно, блин, хоть бы попали по цене. Не попадем? Сколько? Я не вижу. Короче, вот, ребята, это стоит 50 евро. И такая вот зажигалка, которая не работает. Не захотели мы менять. Мы показали, что она не работает. Он сказал, типа, нет, до свидания. Да, типа, мы не меняем. Все. 800 вот этих вот фишек. 60 у меня в кармане осталось как сувенир. Что могу сказать? Азарт, страшная вещь. По-другому никак это все не назвать. Грустно, конечно, что, ну, реально просто 50 евро. Сейчас какое число? 15-е? Ну, я не знаю, почему. Короче, в магазин мы больше не ходим. Мозг отключился, и главное, было светло, а сейчас темно. Но... Ну, игрушка прикольная. Кстати, ребята, она пахнет секонд-хендом. Секонд-хенд и порошок. Тупо секонд-хендом и порошком. Порошок для запаха, вот этот Ленор. Да, синий, да. Который... Вот, этот, я покажи, как такое можно слепить лапки. Сейчас можно сделать так? Да. Ну, хотели игрушку, получили игрушку. 50 евро, и она твоя. Просто класс. И фишечки, Настя, на, ты так хотела в эту игру играть, на. Я вчера 30, но Настя сегодня 50. Верила. Да, я ей говорю, хочешь, иди. А знаете что? Все смотрели, все злазили нас. Короче, смотрю, я чувствую, все вот так смотрят. Ну да. Ну тут, в принципе, ну, все так ходят, смотрят. Просыпаются тупо. Но я У меня один раз, ну а ты меня дернула. Потом говорю, второй раз, они все смотрели, короче. На нас. Не могу понять, почему они все смотрели. Реально очень грустно. Ну как бы 50 евро для нас это... Ну, в принципе, выкинули. Это не большая сумма, как таковая, да? Но на пособие и сам факт того, что мы просто выиграли одну игрушку за 50 евро, меня угнетает. Да.
Но я не хочу расстраиваться. Все, они, слава богу, завтра уезжают. И мы туда больше не пойдем. Развлечения. Могли, конечно, покататься лучше на аттракционах или вообще эти деньги просто не трогать, а отложить, потому что еще жить и жить 15 дней. Короче, ладно, что сделано, то сделано. Ты рада? Ты хотела, ты рада? Да. Ну все, забили. Ребята, это только малость. Вообще мусора везде. Я не понимаю, как можно так себя вести. Это просто малость. Мы не снимали главную площадь, сколько там мусора. Все убирают, ну... Рабочие. Ну, это ужас так себя вести, честно. Почему нельзя пойти выкинуть все в урну? Жесть. Короче, сейчас уже 11 часов, все закрыто. А мы еще пройдемся, погуляем. Как раз шаги находим. Сейчас уже 9 тысяч шагов. Еще 1000 походим. И до дома. Настя вообще расстроена. Хотела еще. Еще. Не знаю. Ну, они как-то... Мало, типа, люди в выходные дни, такая радость бывает, тем более в маленьком городке, мало, чтобы так аттракционы были. Ладно, детское, я понимаю, там время, да, можно там для детей определенное. Но там взрослые все стояли, типа, и очень уже всем говорят, типа, все закрывается, они такие, ну реально все расстроились, молодежь. И мы хотели, как бы. Ну, вообще сейчас говорится о том, почему люди не убирают. Ну, люди. Внутри себя. У меня весь все в голове перемешано, я вообще не могу. Да, самолеты дали себе знать. Самолеты, да. Я не говорю, опять говорю. Виолетка потеряла бы все свои брекеты. Я размешила, но я с Аней говорю, а она смеется, что я во время полетов там разговариваю. Думаешь, уже второй раз про Виолетку. Да, я не знаю почему, и меня смешит, представила песню. Она так смешно сказала, говорит, у нее бы челюсть и эти брекеты бы просто вылетели. И в это время Настя на слюни тоже. Это было очень смешно. Прикольно, прикольно. Я же говорю, побольше бы этого. Им бы заработал. Ну, такая возможность. Жалко, что они только на 3 дня. Люди наоборот, типа такие, такое редко видят здесь. Хотелось бы, чтобы они еще побыли. Ну, что есть, то есть. Ну, мы этому тоже рады. Спасибо большое, что и такое есть. Там у нас ничего нет. Он скажет. Вот куда? Куда он едет? Ты что? Машины ездят. Тут люди ходят. Я не понимаю этого всего. Ладно, Настя, куда мы идем? Да просто гуляем, мы же сказали. Ну я понимаю, но я туда не особо. Ну ладно, пошли обратно. Ничего нет, я не хочу туда. Короче, ребята, как-то так. Напишите, какой ваш с детства или не в детстве самый страшный был? И вообще, да, боитесь ли вы аттракционов? Аттракцион, да. Все, выключаюсь, куча людей, не хочу.